самым любимым приобретением этого лета была эта туника или кафтан, или платье, как угодно зовите. В нем я себя чувствовала очень комфортно, уютно, я чувствовала себя красивой, пользовалась вниманием и получала очень много комплиментов. Это вот такое платьишко, его можно было одевать и на party, pool party, или мы ходили на день рождения, то есть и в любые соберушки, куда мы ходили, это был мой первый выбор, и я всегда, чуть ли не каждый раз хотела его одеть. Это вещичка итальянского дизайнера из Милана, как я уже вам говорила, моя подруга работает дизайнером в Милане. И вот такого типа вещи использовались спросом, и она мне как раз порекомендовала это купить, чему я очень даже довольна. Что мне еще нравится в этом платьице? Не только то, что в нем ты чувствуешь себя эффектной, красивой и яркой, и веселой, но ты можешь танцевать и есть сколько угодно, без зазрения совести и не стесняясь, это не сковывает движение. К этому отфиту у меня есть яркие серьги ручной работы, привезенные из Карибов, с бирюзой. Конечно, я сочетаю с этим уже нейтральную обувь. Я нейтральную обувь вообще люблю. Ну и как вы видите по декорациям нашего дома, мы не те люди, кто боится цвета, яркие цвета. Может быть, потому что я очень долго боялась их, проживая в Советском Союзе, где всех нас обязывали носить черно-белое, серое, все в таких вот одинаковых оттенков. Не дай бог кто-то выделится, черно-серо-коричневое. Также и идеология у нас была такая же, черно-серо-коричневое. А может быть, отчасти и потому, что мы живем в Ванкувере, где нас не балуют солнышком, и во избежание депрессии мы любим цвет солнца, цвета бирюзовых, теплых, песчаных берегов Карибов. И да, я не боюсь осуждений в безвкусице, потому что вкус не должен обязывать любить цвета, которые в тренде. Вкус – это когда ты носишь цвет, который тебе к лицу. Ну и черный цвет, конечно же, мне с возрастом просто перестал идти. У меня куча вещей черного цвета, дорогих, от прекрасных брендов, но ни одну из них я не могу одеть. Одену, покручусь перед зеркалом и тут же снимаю, потому что это просто мне не идет. Называю тип одежды туника, которую только что показывала, эффектной. А второй тип одежды, которую я люблю, это basic, простые прямые фасоны, абсолютно без принтов, узоров, рисунков. Моя мама любила такие фасоны. И я считаю, что женщинам зрелого возраста следует носить именно такие фасоны. Кстати, сейчас это тренд не только, который любят и люди в возрасте, но и молодежь. Все oversized. Вспомните, что говорили многие элитные ценители моды. Чем проще, тем элегантнее и моднее. Или less is more. Из такой одежды можно лепить самые разные образы, используя аксессуары. Шарфики, платки, украшения. Вот к такому платьицу я любила носить украшения в стиле бохо, выполненное в серебре. Сюда подходят очень многие мои украшения, и сюда же подойдет нечто типа statement necklace. Даже не знаю, как это будет по-русски, наверное, эффектное ожерелье, которое будет прекрасно смотреться на простейшем фасоне и которое превратит аутфит из скучного в модный, элегантный. Ну и можно сказать, что и без украшений это платьице смотрится так же элегантно и просто и замечательно. И это в моем стиле.